Могла бы. Да, бустеры лучше пока не продавать. Потому что их дофигища, и ценник, естественно, небольшой. А я тут мимо тебя летаю, видела, да? Да, слушай, ты это... Чего? Далеко от той системы, где я была. Нет. Меня как... Что, слили уже? Да, меня слили. Но здесь не кто-то, а NPC-шка. Далеклась на секунду, и это... Да как так-то тебя слили-то? Да писец. Ну сейчас я это, пыренько, и прилечу. Там, короче, понимаешь, мне осталось завалить босса до конца. Там осталось у него буквально... Да фиг с ним. Миллиметрик, и он 40 раз у меня. Как тебя, я да не понимаю. Капец. Ты пропустила босса, что ли? Он начал меня жрать уже, я его как увидела, я сказала, а, пропустила, поздно увидела, да, его? Да. Эх ты, что ж ты так? А я думал к тебе прилететь помочь, потом думаю, блин, боюсь, сейчас как прилечу, ты на подсказку, видишь, Санесси, перепугаешься и свалишь. Ну, слушай, я же все-таки вокал смотрю, кто ну, же... мало ли, я в Лоу нахожусь знает. Вообще-то. Это Лоу, детка. Вик, приветик. Вик, привет. А ты на этой можешь это стрелять, там это отстреливаться вот так? Да. У меня с последней нету. Да я понял. Хорошо, выпало. Странно, по идее, должен быть тут. Угадал. Раз. А не хватит, надо что-нибудь. Что-нибудь, ты где-нибудь есть это что-нибудь? О! Замечательно. А у нас так, по копеечке падает. А, так, ты у нас, да-да-да, вижу, не надо тыркать в экран. Чё, я не да помню, не где трогай ты. Я твой экран. Полетели спасать Святосику. Да не меня спасать, а, меня. Это самое, как его, операция по спасению. Просто обидно будет, я там почти все докоребонькала, а босс это меня слил. А ты выложила? Да. Что там 32 лям копеечка, это не копеечка, это вообще какашка, а не копеечка даже. Ты хоть успел выложить, конечно. Чтобы стая была? А, ну хоть это хорошо. Я все выкладываю. Хоть это хорошо, не потеряла. Мне просто жалко. Да, 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 сейчас. Здесь у нас же одна аномалька. А ты там, что ли, яйцом тусишь? Нет, яйцо мое уже на цитке. А. Ладно. Андрей, не, это просто... Спасение рядового Райнера. На самом деле, нет, просто жалко то, что я прошла почти всю миссию. Ну и плюс тебя полутать надо. Ну, я уж об этом и не мечтаю. Да ладно, чё ты не мечтаешь-то? Ты мне чё, ты с меня ещё хочешь последнюю шкурку содрать, да? В смысле последнюю? Ну тебе отдать-то. А, ну да. Чтобы новое тебе всё не покупать, так, частично. Да, всё равно теперь уже тут придётся идти. Ну, понятное дело. Видишь, я уже всё зачистила. Ну, я понимаю, если до босса дошла, конечно, всё зачистила. Ща, быренька. Не, босса я быстренько убью, это не проблема. Ну дай бог. Ты вообще без проблем. Ведь я зовут и твой. Да, я тебя дам, не волнуйся. Да господи, Йор, ну это не честно. Почему? Нормально все, что ты волнуешься? Я самому и скину с ней. Ой, не проблема. Просто время на них надо, а так ничего страшного. А я почти это... Почти лярк на кордоне. О, молодца. Ну, за сутки еще, да. Это не твои там миски, блин. А! Я еще, кстати, вообще мне на этой миске вообще повезло. Вот на вот этой вот зелени не повезло. В том плане, то, что я и ворот сломала. Вот в смысле, ворот сломала? Уничтожила. Как уничтожила? Вот они есть же. Вон он, видишь, мой кораблик. Да вижу, вижу. Подбитая девочка. А ты на месте стояла, что ли, да? Нет, я летала. А где-то там. А, ну он сейчас ко мне сам подваркает. Босс! Welcome! Ну ты хоть кого-то начни стрелять. Да зачем? Он сейчас сам это сагрится.
Вон, сейчас он подварпывает к нам. Hello. Ох ты, ни хрена себе. Вот это, блин, hello. А я не факт, что я сейчас сам не сдохну. Юра, блин. Не Юркой. Отварпывай. Нормально. Может быть. А может быть и не будет. Слушай, походу спасение рядового не прокатит. Вали нахрен, бросай дронов и вали. Сейчас весь все потеряешь, Юр. Да и ладно, что ж делать. Не, это не... Не, слушай, не катит вообще. Я же тебе сказала, отварповый. Да, ну все грустно. Так, ладно, полетела я на сам... Да, ты тут можешь, 37 лямов с... поиметь. Блин, Сергеич. Так, кроме лута у нас тут чуть поближе еще есть. Чем сюда можно пролететь? Трешерд, конечно, хорошо. Слушайте, а он, блин, нормально наносит, оказывается. Прям неожиданно нормально. Лап, я посторожу пока. Ну, Аглас есть. Такое себе. Ну, короче, если помогать, то тоже в житу надо лететь. Блин, неожиданно. А я думал, кстати, смогу вынести. С учетом моего DPS-а. Блин, надо было нули заряжать, я ж в него не попадал. Надо было изначально нули заряжать, было бы все хорошо. Наверное. Ну как-то странно, дроны вообще по нему не аля. Вот это беда была. Тритан, ты знаешь, что я бы не отварпал бы, господи? Нет, и так все ясно. Ой, Светка сейчас пока будет летать туда-сюда. А другим окном сколько мне сюда лететь, если чё? Сейчас, наверное, секунду, сейчас в другое окно подгружу. Смотрю, сколько лететь, потому что пока она дожит и долетит, пока обратно сюда. Мало ли, тут уже кто-то припрется. А там уже рабочий. Этот самый фитецкий синдром. Слушай, ну она реально прям чуть-чуть его не добила, не успела. Прям вообще капелюшечка. Чё? Девятнадцать прыжков. Ну, в любом случае, это будет быстрее, чем она, пока туда-сюда сгонцает. Давай, полетели. Так, тут пока никого. Пока никого. Полетели спасать. На вормике. О, дрон не его били? Как не его? Я ж на него вроде направил. Сие странно. Да-да, надо будет потом пересмотреть. Что там вообще произошло. Но по поводу того, почему я мимо стрелял. Ой, она все еще в локале. Ну, конечно. О, подожди. А ты зачем на Санезисе прилетела? Ой, это она зря, она сейчас на Санезисе там еще умрет. Не лутай! Ты сейчас умрешь на Санезисе! Блин,
Не лутай! На Санессе умрешь! Свет, я скоро прилечу, его добью! Алло! Ой, женщины. Дронов запустила. Ну так уж дронов тогда отправь воевать. Ну что ты? Что не Санессе долго живет? Умерла! Померла, блин, все-таки. Ой, эпичненько. Серега, я сам с нас не могу. Ничего, немного осталось. Все же 15 прыгов. Ты зачем на Санессе туда полетела? А на чем я должна была лететь туда? Ни на чем, я вон лечу к тебе сейчас, помогу. Не убивай, че помогать, я могу яичком отмахиваться, хочешь? При чем с яичком, я говорю, я вот лечу вторым окном к тебе. Ну тут он, 14 прыгов, сейчас долечу и помогу яичком отмахиваться. Ну ты долго жила на самом деле, реально долго, я быстрее сдох. Если учитывать, что у меня из всего это только АБ стоит. А что ты дронов-то не кинула? А я забыла вообще про дронов, что они у меня в этом Санессе. Не, я увидел, у тебя дроны есть, ты выкинула дроны, а что ты на босса не кинула? Я их начала на босса. Я смотрел. Я думала, автоагро произойдет. Не, да сейчас тебя, ага. Там не надо было автоагро ждать, надо было сразу выделять и атаковать. Может быть, у тебя даже что-то и получилось бы, не знаю. Там его добить-то, в общем-то, не так долго осталось. Говорю, и ты долго держалась, на самом деле, реально долго держалась. Отмахивалась трусиками. Долго держалась, может быть, ты даже бы и смогла бы его завалить, фиг его знает. Да какой, там, понимаешь, первый щит уже полностью сделан. Я знаю, что он восстановился, да. А где непись? Алло? Что? Непись улетела, ты без лута осталась. Ага, печально.